Сегодня в Тогучинской районной больнице прошла акция «Розовая ленточка». Это профилактическое мероприятие. За год онкологи обследуют до 10 тысяч женщин. Зинаида Миронова с подробностями. Любовь Юрьевна на прием к онкологу зашла одна из первых. За ней в очереди почти все коллеги. Про себя говорят, раз уж специалисты пришли почти на дом, почему бы и не обследоваться. Члены совета надо же пробивать, чтобы все женщины знали, что надо прежде всего заниматься здоровьем. В Тогучинском районе акцию «Розовая ленточка» проводят не впервые. Работающим женщинам выделяют отгул для обследования. А для пенсионеров и домохозяек организуют транспорт, чтобы добраться до поликлиники. Сегодня более 200 женщин узнают, есть ли у них патология. Основную часть наших пациентов сегодня организованная часть женского населения, в том числе медицинские работники и желающие пациенты, которые сегодня посетят поликлинику. Мы благодарны сегодня нашим коллегам, которые предоставляют жительницам нашего района в один день пройти обследование. Главная цель розовой ленточки – обнаружить заболевания на ранней стадии. Как отмечают специалисты кафедры онкологии, 12% патологий выявляют именно во время таких акций. Сегодня мы проводим нашу благотворительную акцию «Розовая ленточка», которая уже стала традиционной. Она проводится более 10 лет, но мы как-то первые годы проводили ее в городе для женщин города Новосибирска, а сейчас мы более активно выезжаем в районы. Ежегодно по всей области обследуют до 10 тысяч женщин. Пройти обследование бесплатно могут все желающие. Организаторы акции планируют выезжать не только в районные поликлиники, но и в сельские ФАПы. Зинаида Миронова, Михаил Кауров, новости ОТС.